война и дредут, я ведь уже не слышал божью кольбу. Он так спешил поскорей познакомиться с улиткой, что полз уже довольно быстро. Но тут ему пришлось остановиться. Да так резко, что сам он с размаху ударился носом о землю. Что пока голова Аполлинария Дробидондовича беседовала с божьей коровкой, его хвост зачем-то обмотался вокруг пенька. Отвратительный, глупый, падный хвост! Как ты мне надоел! Признайся, ведь ты специально это делаешь, да? Ты вечно закручиваешься, запутываешься, заматываешься! От тебя одни неприятности! Молчишь? Молчи, молчи! Сейчас распутает, у меня получишь! А? Может быть, вот так, а? Тогда вот, а? А, опять, чего-чего? Сейчас ты мне отхватишь, вот, да! Ну что? Что же ты со мной делаешь? Ладно, пошли домой, горюшко мое. Пойдем давай. Ножки отдавай. Квартира Аполлинария Дормидонтовича. Как известно, червяки живут под землей. Вот и у Аполлинария Дормидонтовича была своя, немного тесноватая и мрачноватая, зато чистая и уютная земляная избушка. Меня ждет Улита Никитична. До свидания.